Ребят, всем привет, это уже четвертый выпуск шоу Олимпийских игр, и сегодня со мной Клайнс, привет. Здравствуйте, кукусики-кукурузики, народ. Вот, сегодня у нас такое вот соревнование, получается, будет, да, классное. Беру инициативу на себя, классный парень. В общем, пусть Эрик расскажет. Ладно, короче, ребят, это наше первое задание, сегодня у нас будет три задания. И первое задание — это у нас ринг. Сейчас наши подписчики будут бороться на ринге ножами. Кто выиграет, тот и получает первый балл и может уже гарантированно получить нож за первое место. Прямо сейчас у вас на экране все те призы, которые будут разыграны. Первое место — нож, второе — $20 и третье — $10. Проигравших, кто не получит скины, нет, но тут все-таки нож — это самое дорогое, поэтому, ребят, пробуйте получить именно первое место, я верю в вас. А сейчас мы приступаем, какие вообще правила этого боя? Ну, в общем, правило следующее. Смотрите, у вас с самого начала 500 хп, и, соответственно, хпшка потихонечку, понемножечку уменьшается. Что вам нужно сделать? Вам нужно побить вашего противника с помощью ножей, то есть, я не знаю, вам нужно как-то смекалочку, что ли, проявить, чтобы вы не умерли первым, так сказать. Ну и, соответственно, тот, кто выиграет, тот выиграет, вот. Одна попытка на игру, сейчас первый, кто начинает. Давай, пусть начинает Данил и Егор. Давай, пусть, в принципе, почему нет. Ребят, ну что ж, у нас начинается первая игра. Сейчас у каждого игрока по 500 хп, это реально достаточно. Одна попытка на выигрыш, и дальше уже другой соперник. 1, 2 и 3, приступаем. Вот как ты думаешь, кто выиграет из них? Вообще, на самом деле, я не видел игру ни первого, ни второго, но, в принципе, уже понятно, кто из них более-менее ведет. То есть, ребята реально иногда удары пропускают, иногда нет. Но немножечко непонятно пока что. У них равный хп сейчас. Да, у них равное количество. Нет, тут Егор должен выигрывать. Егор выигрывает. Я здесь Егор выигрываю. Самое главное, кстати... хп восстанавливается? Да-да-да, когда один бьет другого, хпшка восстанавливается, кстати, да, я забыл про это сказать. А как это возможно? Что как вы здесь выиграть? Смотри, здесь выигрывает тот, кто будет Данил. Хитрее. И в данном случае Даня оказался хитрее. Данил, ты выигрываешь эту игру, и сейчас мы находим следующих противников. Так, сейчас Данил с кем? А Данил у нас бился с кем? Данил у нас бился с Егором. Сейчас он с Романом. Данил с Романом, окей. Сейчас прописываю в консоль. Данил, отлично. И на счет 5 мы начинаем игру. Данил против Романа. На счет 3. 1, 2 и 3, let's go. 496 хп, и у противника такой же хп, отлично. Так, Роман, ребята, пока что... Ребята у нас бьются не за второе, не за третье, а за все тоже первое место, но мы еще пока не знаем, кто кого, так сказать, сделает. Так, ну ладно, в принципе, сейчас увидим и посмотрим, что называется. Ну, пока что, я думаю, что у Романа меньше хп. Ну, я не должен это говорить, хорошо, я молчу. Очень много промахов было, Роман, у тебя сейчас. И заметьте, у подписчиков уже есть ножи. Вы что, такие богатые супремы? Вообще жесткие, опасные. Да, Данил проигрывает эту игру. И, Клэнс, какие у нас сейчас дела? Кто с кем играет? Итак, какие у нас сейчас дела? У Романа и у Данила по одному выигрышу. Соответственно, Роман должен поиграть, по идее, сейчас против Егора. Так как он один раз у нас все-таки проиграл. Вот. 3, 4... 5, let's go, давайте. Мне, кстати, очень сильно нравится этот режим. Чем он мне нравится? Тем, что здесь реально нужно быть хитрым. Потому что ты, когда бьешь противника, у тебя хпшка восстанавливается. Это значит, что кто-то из них совершает ошибку, так или иначе. Очень такая интересная тема, на самом деле. Так. Ну, так. Смотри, у Егора на фотке какая-то Overwatch, да? Не знаю, на самом деле. О, офигеть, вот это опасно сейчас было. Промы, короче, было 2 хп, и он резанул, получается, Егора. Это жестко. Егор, ну ты что творишь? Егор сделал Романа просто. Так, ну и что мы имеем? Сейчас у нас у каждого абсолютно равное количество проигрышей и равное количество побед. То есть сейчас у нас можно, в принципе, даже и зарандомить. В том плане, что... Ну, получается, у нас Роман бьется против Данила. Вот так вот. Давай, Роман против Данила. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Роман и Данил. Сейчас мы узнаем скоро уже победителя этого задания и кто получает первый балл в нашем выпуске Олимпийских игр в четвертом. Ну, если только после этой битвы, потому что сейчас ребята вообще идут наравне, кроме... Роман очень хорошо режет. Да, хорошо, нормально идет. Хорош. Но Данил все равно выигрывает. Даня выигрывает, а, соответственно, Роман у нас в минусе.
Так, ну Роман, это получается третье место. Да. И сейчас у нас за первое и второе место Данил против Егора. Да. Егор, я перезапускаю игру, и сейчас мы начинаем игру. Данил и Егор. 1, 2 и 3. Let's go. Это сейчас игра за первое место. Игра за первое место у Романа пока что третье. Но это только в этом поединке. Еще, естественно, да, будут игры. Режимы другие. Сейчас будем смотреть, кто кого, собственно, сделает. Ну, ребята, видно, что уже разыграны такие. Да, мне тоже. Ну там блюют кровью, пацаны. Опа, Егор. Егор победитель первого задания, и у него уже 1 балл. Ну а сейчас мы переходим ко второму заданию. Шоу Олимпийских игр в CSGO. Да, Егор, ты рад своей победе? Расскажи подробнее. Да. Я даже не разыгрывался. Ну, здесь надо было разыграться. А им настроить реакцию. Да-да-да, Егор до съема говорит: да ладно, ребята, главное участие. Типа, знаешь, типа я сейчас все проиграю. В итоге выигрывает первую игру. Спасибо, я понял, пока. Окей. Ну что ж, ребята, я думаю, то, что можно начинать. Данил единственный без ножа, и я бы хотел, чтобы он бы выиграл первое место. Ну что ж, погнали. Второй нож. Так, это самое. Не, я хочу, чтобы... Нам точно все правильно сделали, Клинс? Смотри, у нас как получилось. У нас это самое, Роман, и вот у Романа два проигрыша и один выигрыш. У Егора 2 выигрыша и 1 проигрыш. И у Данила 2 выигрыша и 1 проигрыш. 2 проигрыша у Данила. А, 2 проигрыша, да. Да, то есть Данил 4 раза сыграл. Вот. Но, но Роман 2 раза проиграл, так что, в принципе-то, оно и понятно, что к чему. То есть последняя битва, в принципе, была в тему, что называется. Ладно, хорошо. Ребята, это уже следующее задание. Это задание, которое называется Dodgeball, или же по-другому выше баллы. У вас мог, и вы кидаете просто на пол. И если кто-то упадет, то вы получаете, внимание, балл. Но не сразу балл. Вы должны 3 раза подряд выиграть, и вы получаете уже балл в этом испытании. Да, поняли? Точно. Кто получает 3 балла, тот и получает балл в этом испытании. О боже, эти баллы. Короче, у нас стоит, надеюсь, SV Infinity. Да, о, я 2 сразу снял. Тут можно 2 сразу снимать, чуваки. Там 3 можно. 3 можно? А как? Ой. Как можно 3 снимать? Ладно, ребят, покажите это в видео. Покажите это, когда будете играть уже, как можно снимать 3. Ну что ж, Егор у нас уже имеет 1 балл, и поэтому я думаю, что сейчас, Данил, ты сможешь выиграть. Вот. Данил, я верю тебе, давай. На счет 3 мы начинаем игру. 1, 2 и 3. Let's go. Ребят, ну что ж, начинается у нас игра. Сейчас мы все готовы. Клейнс находится на верхней камере. Будем за ними следить, смотреть, что творится. И мы начинаем. Егор, давай. Начинай, Роман, начинайте. Ребята, игра идет. Ребят, вы не в команде, вы все против друг друга. Почему вы просто бегали? Данил уже падает. Данил уже падает и просто... Минус Даня. Ребят, вы друг друга убиваете гранатами. Ну ладно, это тоже хорошо. Это разрешается. Да, это разрешается. Если тут 1 хп, значит, это считалось. Так, первая игра у нас Роман выигрывает. За Романом. 1 балл Роман получает. И сейчас мы начинаем еще раз игру. И кто набирает 3 балла, тот и выигрывает, конечно же, всю игру. Ой. Все испытание. Где началось? Давайте. Я куда-то пропал, не знаю где. Ладно, короче, ты будь там. Я тут посижу, мне норм здесь. В одиночестве. Так, Егор, почему я за кем слежу, типа падают? Ребят, это проклятие какое-то. Роман. Смотри за Романа, пожалуйста. Окей. Данила, за тобой слежу. Нет, не надо. Ну ладно, хорошо, ладно, если ты попросил. Просто Клэнс где-то валяется. О, Роман побеждает 2-й раз. А, не, Данил побеждает. Данил 1 балл, Роман 1 балл. А у меня 0. Что мне? Да, пока 0. А у тебя 0. Тебе нужно выиграть, что делать? Начинаем дальше. Тебе нужно выиграть 1 раз подряд. Да, конечно. Да, ты играешь, конечно. На счет 3. Все, игра началась, играйте, давайте. Честно, я болею за Данила в этом выпуске. Я не заходил. Потому что у тебя нет ножа, Данил. По-братски, давай, Данил. Что это было? Минус Даня. Что? Я не видел. Данил проигрывает. Ну блин, да. Перекачи выживался немного просто. Ребят, я дам лайфхак. Просто не кидайте, где он находится, кидайте наперед. Да, естественно. Я вижу, Егор молодец. Ой-ой-ой, смотри, как близко. Егор вообще грязно играет, а посмотри на него. Типа... Роман вообще кидает, ну, смоки. Хорошо, что смоки не... А. О, Егор. Егор выиграл. Да. В этой катке выиграл Егор. 1-1-1. У всех есть очки.
Но у нас человечек должен 3 очка собрать. Так что, как бы, давайте следующую игру. Продолжаем игру. Давайте. И опять Гита Херво знает где, но это нормально. Так. Что ты, куда ты улетаешь? Спустись вниз. Спустись вниз. Нажми на W и спусти мышку. Так, подожди. Давай, я уже что-то вижу, давай. Да, там были Егор у нас типа, умирает, идем дальше. Ладно. Роман и Данила заборятся. Вот сейчас, Роман, Данил, ты должен сделать, Роман. Знаете что? Знаешь что, Данил? Просто закрой его выходы. Закрой что? Выходы, Данил. Данил выиграл. Я уже выиграл. Данил, окей, молодец. 2-1-1. Второй раз. Нет, 2-1-1. Да, 2-1-1, да, правильно. Так и есть. И сейчас, сейчас у нас начинается следующая игра. Если Данила еще раз выиграет, он выиграет это испытание. Они объединились, спроси меня. Серьезно? Это классная идея. Да, но потом будет предатель в любом случае. Данила, я тебе советую не вообще... Егор, я тебе советую вообще не трогать их. Они сами будут сейчас друг друга бить. Закройте их базу, ребят, думайте. Закройте базу, чтобы они не вышли. Слышь, этот... А играем уже? Да, игра идет. Егор, закинь вы их... Закройте просто, чтобы они к вам не подходили. Закрой просто. Сделай для себя территорию, все. Все. Это же тактики. Там никого нет, Рома. А, был там кто-то. Сорян. Так, Данил, у нас очень... Ой, Данил, красава. Минус Роман. Данил, давай, я тебе верю. Клоинс опять смотрит в темноту какую-то. Я слепой, я сам магнат, так сказать. О, Егор побеждает. Получается 2-2-1. Егор и Данил по 2 балла. И Рома вообще только 1 балл. Игра началась. Клоинс, неужели ты на месте? Да, у меня все хорошо. Отлично. Клайнс, как ты думаешь, кто сейчас выиграет? Описывай я свои. Вообще, на самом деле, не знаю, но если Рома выиграет, то как бы это самое. Данил умирает. Ну, Данил, ну да, как? Да, так вышел, скажи, пожалуйста. Эх, Данил, Данил. Вот это, по сути, скорее всего, может быть, даже решающая игра будет. Если сейчас у кого-то из них будет третий плюсик, то все, считай, это самое, приехали. Да. Егор у нас все еще продолжает бороться. Сейчас, кстати, у нас борется кто? Роман и Егор. Роман и Егор. Если сейчас выигрывает Егор, то заканчивается выпуск. Да. Ну, это испытание. Да. Если выигрывает Рома, то мы продолжаем. Жесткий. Поэтому я буду следить за Ромой. Рома, давай, ты сможешь. Просто минус 2, минус 2. О, этот смог. О, как это было близко к выигрышу Ромы. О, Рома побеждает в этом испытании и получает... А, 2, Егор, 2, Егор. 2, 2, 2. Получается... Постойте, да-да, нет, Егор побеждает, не, 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 3-2-1, Егор побеждает в этом Егор, состоянии. Егор, кстати, второй Егор раз Егор в прошлом, да, выиграл? Да. Егор побеждает уже во второй раз. Ну, слушай... Что-то он какой-то читер. Слушай, а сколько у нас всего этих? Он уже первое место. Если он уже первое место, то значит... Он уже первое место. А получается так, что сейчас мы идем... Мы сейчас идем в третье испытание, и у нас будут бороться за второе или третье место. Ну что ж, полетели. Егор, ты очень жестко играешь. Спасибо. Я тут... Ребят, ну что ж, у нас третье испытание, это уже на второе или третье место. Егор у нас побеждает уже в первом задании. И сейчас Рома и Данил будут бороться на карте, которая называется «Теннис 2017». У вас по 100 хп и гранаты. Кто убьет, тот выигрывает. Играем бо 3, 2 карты, 2 балла, тот и выигрывает это испытание, и вы занимаете второе или третье место. Let's go, погнали. Данил кидает очень мимо, 1 хп сносит. Слушай, есть такая... О боже, Рома, что ты сделал? Рома себя же убил. У него вообще ничего не осталось после этого, после этой гранаты. Окей, идем дальше, сейчас у нас у Данила 1 балл. И получается так, что сейчас он может просто на изи выиграть. Так, уже Рома, смотри, уже Рома получше начал играть. Уже да. Себя не сжигает. Да. Не взрывается, да, скорее. Ой. Рома, ну кидай нормальные гранаты, я за тобой слежу. Рома, да ты же суприм, что такое? Что началось? Так, Данил, смотри, Данил уже
очень лоу, 3 хп, и, скорее всего... Боже, Данил, ты побеждаешь в этом испытании, это получается, ты получаешь второе место, и сейчас мы идем на карту с награждениями, и вы получаете прямо сейчас свои призы. Давай поиграем с тобой, Клэнс. Давай, аспект, зайдите по-братски. Ребят, это уже церемония награждения мест призовых. И сейчас первое место занимает у нас Егор. Приступай занимать свое место. Красава, ты получаешь у нас ножик. Второе место у нас кто? На второе место у нас Даня получает. Вот он стоит здесь, контртеррорист, так сказать. Ну, смотри, вылетает просто на второе призовое место. И третье место у нас в этом, в четвертом выпуске Олимпийских игр занимает Рома. Рома занимает свое место. И вот такие у нас победители, ребят. $20, $10 и 50. Ребят, ну что ж, прямо сейчас я буду отправлять вам трейды, и вы сможете эти трейды принять. Ребят, ну что ж, этот выпуск подошел к концу, а я могу сказать, что с Клэнсом это шоу нам нравится, оно набирает большущие просмотры. Вообще жесткие просто. И если этот ролик наберет 10 тысяч лайков, то, ребята, это будет слишком большая мотивация находить новые задания и так далее. Ребят, всем большое спасибо, кому понравился этот выпуск, поставьте лайк. Данил просто истребляет своих друзей, обижается, почему не первое. А я с вами прощаюсь, ребят, всем большое спасибо за лайки, не забывайте подписываться на канал. Колокольчики ставьте, а также в описании будет ссылка на канал Паши Клэнса, вы можете на него подписаться и посмотреть, что он там снимает. Вот это да. Ребят, всем большое спасибо, слева на экране ты сможешь найти мои другие выпуски шоу Олимпийские игры в CSGO. Ну а справа просто нажми на кнопку подписаться, нажав на мой логотип. Всем, ребят, спасибо, с вами был я, Шок, и ждите мои новые ролики. Пока!